Станция Маткова. Западно-сибирской железной дороги. Я сегодня еду в город Тогучин. Хотел с утречка пораньше, но с утречка ничего не вышло. Прибывает мой поезд. Электричка из Новосибирска в Тогучин. Тогучин, конечная. Прибываем. Город Тогучин. Железнодорожный вокзал. Год назад в Тогучине открыли, так сказать, вот развлекательную зону отдыха. На этом месте раньше был тальник, сплошные заросли, где собирались, так сказать, подозрительные личности, чтобы распить бутылку водки, или те, кто не мог дойти до туалета. А сейчас все. Сейчас все красиво, благоустроено. Рада, что-то народу никого нет. Даже есть катамаран. Тогучинский мемориал пограничникам, военно-морскому флоту, воздушно-десантным войскам. Это для Министерства внутренних дел. Снова мемориал, но уже с обратной стороны. Тогучинский храм. По-моему, он даже еще не открыт, потому что вокруг забор строится уже, наверное, лет 15. Паспорт города Тогучин. Ну, начнем сначала. Если хорошо снимется, потом почитаю, изучу. Ну и, конечно, Дом культуры. Впереди Владимир Ильич Ленин.
Хорошо, что хоть не указывает он, куда нам идти. Мост пешеходный через реку Иня. Идем по мосту. Кемеровской области. Вниз по течению мой поселок Новоматково за 60 километров и Новосибирск.